Добрый день, мои дорогие! Сегодня представляю вашему вниманию рулет без выпечки. Для него нам понадобится 120-130 грамм печенья. Рулет получается настолько вкусным, я приготовила его вчера и сегодня опять собираюсь сделать, только с другой начинкой. Печенье взвешенное мы кладем в пакет и отбиваем любым удобным способом. Блендерим один бананчик. В печенье кладем 1 столовую ложку какао и добавляем туда банан. Все хорошенечко перемешиваем. Это мы приготовили с вами первый слой. Берем 200-граммовую пачку творога, складываем ее в блендер, добавляем столовую ложку меда и 50 грамм сливочного масла. Все блендерим. В 2 слоя раскладываем пищевую пленку и на нее мы будем выкладывать наш рулетик. Первый слой у нас идет тот, который мы сделали из печенья, банана и какао. Раскладываем на пленочку, раскатываем, либо руками все распределяем так, чтобы получился квадрат. Сверху выкладываем 2 слой из творога, меда и сливочного масла. Все аккуратно распределяем по первому коричневому квадратику. Берем очищенные мандарины, складываем их на рулет и аккуратно заворачиваем. Рулет запечатываем пленкой с 2 сторон и кладем в холодильник на 2 часа. Вместо мандаринов можно использовать любую начинку, к примеру, положить банан или клубнику. Рулет готовить настолько просто и быстро, а получается так вкусно, что это станет одним из самых ваших любимых десертов.